Караганде растет преступность. Такое заявление сделали сегодня на очередном брифинге в управлении Комитета по правовой статистике и специальным учетам. Специалисты привели пример последних 8 месяцев. По статданным, преступность в регионе выросла почти на 28%. Другими словами, за последние несколько месяцев было совершено 15 568 преступлений. Выросло количество мелких правонарушений, а именно грабеж и хулиганство. Комитет правовой статистики в целом совместно с органами прокуратуры будем жестко отслеживать работу по учетно-реализационной дисциплине и не допустим фактов укрытия преступлений.